Мы продолжаем украинскую тему. Киев не нашел альтернативу российскому газу, а так хотел. «Газпром» попросили возобновить поставки топлива на зимний период. Информацию подтвердил глава корпорации Алексей Миллер. Накануне Киев обратился к коллегам из Москвы с просьбой возобновить подачу голубого топлива с востока. Украина пытается залатать дыры во втором полугодии этого года и в начале следующего. Фактически речь идет о срочном восстановлении сотрудничества в энергетической сфере, инициированной именно Киевом. Не исключено, что «Газпром» неплохо заработает на этом факте и сможет повысить ценник даже на газ для Украины.